Жители села Новочертах Новолакского района бьют тревогу. Люди вышли на митинг, они протестуют против бездействия местных и районных властей. За последнее время проблем в районе накопилось немало. Это нерешенные земельные вопросы. Также в селе нет своей больницы. Помочь жителям решили активисты движения ЯПП. Они встретились с главой района. Однако вопросы остались открытыми. Тему продолжит Написат Шамхалова. Чем вы недовольны? Что вам не хватает? Как у вас, у инвалидов, или у стариков, или у детей, у больных и так далее, прочее? Какой-то вопрос, хоть маленький вопрос, никогда не подошел никто к нам, наше село. Около сотни жителей пришли к зданию Новочертахской администрации. Главу села и района они обвиняют в бездействии. Среди озвученных проблем – неразвитое сельское хозяйство, отсутствие больницы и проблемы с земельными участками. Отведенная земля на раздачу земельных участков в селе Новочертах 30 гектаров отведенная. А на сегодняшний день розданных земельных участков более чем положено на этой земле. Я не знаю, куда смотрит руководство. Мы неоднократно обращались к Адиеву. Еще раз просим его взять под контроль, вот это, чтобы прозрачность была. Надо перепроверять старинные списки. Полностью по этим спискам, кому положено выделить ее, кому не положено. Откуда? Какие там эти записи? Где кто прописан? Земельный вопрос, как оказалось, не решен еще со времен переселения сюда людей. И по словам жителей, не все получили то, что полагалось им по закону. Ни нового жилья, ни компенсаций. Убедительно просим главу администрации села и главу администрации района, имея уважение к ним, дать нам официально список, который выдали земельные участки на плане на домостроение, кому положено и кому не положено. После митинга активистам движения вместе с жителями села удалось встретиться с главой района. Гаджи Адиев выслушал все вопросы и назначил дату встречи с представителями села Новочертах. Однако встреча так и не состоялась, и глава района на запланированное собрание не пришел. Причину собравшимся никто так и не объяснил, но помощники президента обещали и дальше следить за развитием ситуации. Написат Шамхалова, Эльмира Байрамбекова. Время новостей.